Счет на табло 37-35 в пользу сборной Италии. Атмосфера в зале буквально искрит от колоссального напряжения. В девятом и самом важном поединке турнира Инне Дереглазовой противостояла опытная спортсменка с Апеннинского полуострова Элиза Ди Франческо. В упорном бою наша фехтовальщица сравняла счет 42-42 после основного времени. В добавленной минуте право приоритета получила итальянка, но решающий укол удалось нанести именно курской раперистке. Ди Франческо прессинг. И вот настоящий взрыв эмоций после победы в одном из самых зрелищных и захватывающих поединков турнира. Это золото стало для Инны Дереглазовой вторым на чемпионате мира в Будапеште.